В 2020 году в Югре добудут 12-миллиардную тонну нефти. Добиться таких показателей удалось за счет внедрения инновационных технологий. Об этом говорили сегодня на 23-й научно-практической конференции «Пути развития нефтегазового потенциала Западной Сибири». В Югре планируют максимально увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов. Для этого на площадке окружного государственного кернохранилища работает Центр исследования керна. Это совместный проект окружного правительства, компании «Газпромнефть» и научно-аналитического центра имени Шпильмана. Здесь исследуют свойства пластовых флюидов, то есть нефти, газа и воды. А в скором времени хотят открыть специальные лаборатории, в которых будут изучать, а в дальнейшем использовать новые технологии по разработке трудноизвлекаемых запасов. Наша стратегическая задача этот потенциал развивать, используя образовательные технологии, научные изыскания, внедрение инноваций в производство. В этом году правительство автономного округа заключило соглашение, очередные соглашения с нефтяными компаниями, и в них заложены взаимные обязательства по повышению эффективности поиска, разведки месторождений нефти и газа. За эти прошедшие 22 года, уже 23-я конференция, развились очень многие направления. Стало широко применяться горизонтальное бурение, стало применяться художественный гидроразрыв пласта. Это позволило освоить тюменскую свиту, добыча по ней превышает сейчас 20 миллионов тонн. Это позволяет вводить залежи баженовской свиты. Добавлю, что еще больше идей презентуют на конференции в течение 3 дней. С докладами выступят ученые, представители нефтяных компаний, а также федеральные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.